Прием, прием, друзья, на связи Шедимен. Леди Леска. Новиковик. И, конечно же, Бро. Сегодняшнее у нас будет происходить что-то очень невероятное, потому что, во-первых, сегодня уже 31 декабря, и сегодня Брок явился к нам, и сегодня мы будем проникать на территорию Нубетиков, Кубетиков и Бракетиков, друзья. В общем, правила максимально простые. У нас в леске сегодня будет ровно 5 способов, как проникнуть. А нубики сегодня должны будут спрятать 5 подарочков, которые выглядят как, ну, подарочные упаковки. А потом, как только мы их с леской найдем, мы должны найти запорольный сундук. Вот и весь мини-гейм. Короче, нубы, вы пока отправляетесь на поиски, но вы, друзья, конечно, не ленитесь, прям под каждым роликом поставьте много лайков, и с каждым лайком вы будете видеть то, что на экранах появляется настоящий снегопад, и каждый лайк это одна снежинка, и, конечно, жмите на кнопку подписаться. Фух, Леска, погнали! Будем расставлять подарки по этой местности, потому что Леска, пока не, короче, ставят подарки, не забудь поставить компасы. Я беру 3 подарка, забери 2 подарка. О, как давно этого балагана не было, Леска, ты чувствуешь? Да, что вообще происходит? Это балаган, балаган. Так, Леска, наш с тобой постоянно первый способ, видишь? Балагане, балагане. Ага, да, все, поняла. Давай, мы сейчас с тобой так, перевоплощаемся. Я нажимаю на кнопку, и мы с тобой должны найти какое-то место оптимальное. Короче, слушай, погоди. А, да подождите. Так, давай. Короче, я пойду пока смотрю территорию, что тут есть вообще где. А, оп, давай я тоже в туда. Да, погнали, погнали по разным, короче, по разным местам пройдем. Так, так, а вы уже идете? Вы там прячете, ну, мы идем, мы уже идем. Сами. А вы же будете смотреть, куда мы прячем, и куда мы их вообще даже к вам мы еще на территорию не попали, мы смотрим, может быть, у вас какое-то отверстие в стене есть, может, и не надо ничего придумывать. А, я думала, что, вы нет, имеете в виду. Нет, у нас все очень жестко зашито, ничего никак не пройдет. Мы ж не проскочим. Так, Леска, ты где? Красиво, тут у вас такие. Муха, я зеленые штанишки, сапожки одену. О, я вообще как Дед Мороз стал. Сейчас я уже поняла, что у тебя там. Пипец. Следи, ага. Леска, следи, если что. Окей. За кем? За вами. А за кем? А почему за нами надо следить? Зачем? Узнаете скоро, узнаете. Ну, потому Пипец, что это новогодний выпуск, и здесь все волшебно. У меня фейерверки есть, кстати, очень, вам очень понравятся фейерверки такие. Все, так, откуда они, интересно, у тебя появились? Леска, ты где, кстати? Ты уже внутри? Ага, я уже внутри, короче. Все, так, Брок, как насчет тебя? Я все подарки лично спрятала, которые были. Все, я тоже спрятал, да. Все, Леска, давай, осталось только найти. Вы можете начать использовать свои способы, я разрешаю. И Брок. Давай. А нам не, кажется, надо разрешения. Подожди, Брок, надо еще вещи из сундука забрать. Пошли, Леска, заберем. Пошли. Я забрал, это наш час, они еще сразу вещи не забрали. Давай, все, пошли, пошли. Давай. Так, так, сейчас я их... Сейчас я их найду. Нет, нет, мы вас не пустим к нам. Мы очень злые сейчас, мы не так, пустим. Так, я слышу то, подаркам, что идут какие-то уже звуки. Брок, по сторонам. Брок, это нубик, а ты ходишь, птица. Я думаю, что тут делает Леска и Шеди, оказывается, ты тут ходишь. Так, а не по-любому сначала используй способ, как невидимость. О, Леска, ты как странно идешь, я сразу понял, что это ты. Так, так, значит, видишь животных, они идут. Леска, ты ставь нам подобных ставь. Да, да, прям да, да. Значит, они животные, они животные, Брок. Если увидишь снеговиков, их подобные, значит, они стали снеговиками. Я теперь понимаю. Все, я теперь понял. Бедные все снеговики, Леска, Вань, они расстреливают всех снеговиков, даже не разбираются, то есть кто. А зачем нам разбираться, потом разберемся. Сейчас же Новый год, вы должны лепить их, а не ломать их. А вот снежки, у меня есть снежки. Ой, Леска, все, меня спалили. Меня обнаружили, кто я, где я настоящий, короче. Все, я поняла. А я хочу сказать, что я нашла один подарок. Отлично, 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 это круто. Я это пока не ничего не нашел. Ты что, издеваешься? Леска, я пока столько снеговиков спавнил, что у меня просто времени не было на поиске. Я кушать хочу. О, ну Бетти хочет меня, кушать. Меня завалили. Меня завалили. Мне повезло. Так. Брок, я кушать хочу. Так, Леска, меня тоже завалили. Так, надо идти поднимать. Давай отсюда будем подниматься. Ну что? Они куда-то поднимаются, Лубик. Брок, а ты как сейчас поднималась, кстати, сюда? По твоей дорожке. По моей? Они какую-то дорожку построили, Нубик. Давай-ка найдем их дорожку. Подожди. Так, резко, давай, надо как-то внимательнее. Что там завис? Брок, я добыл еду, возьми. Хорошо. Пошли, возьми. Иса. Давай, а зачем нам еда? Эй, как сыт ты вроде пока еще? А зачем нам еда? Возьми. Так, резко, они пока там что-то еду ищут, давай. А ты где нашла, кстати, подарок? В каком месте? Вообще-то нашли еду, какой мы ищем? Я же говорю то, что я раздобыл еду. На улице был. Все, молодец, раздобыл еду, давай покушаем. Понял. Как-то он лежал на траве. С новыми силами бросимся бороться. Такой, знаешь, во дворе домика там. Так, хорошо, хорошо. Слушай, а ты нашла, подожди, резко, ты нашла подарок или ты нашла сундук с паролем? Вот так, какой вопрос. Что ты нашла? Подарок, подарок с листочком, листик, да?
Все, да. Все, окей, окей. Тогда мы. А я листочек с подарком нашел. Так. А какого цвета дом был? Так, мне надо выглянуть, я так не помню. Но так, что-то такое. Вы получаете, не синий, по сути, по-моему. Они сейчас используют такой же способ снеговиков, так, потому что. Желтый, по-моему. Okay. Они не говорили то, что у них начинается способ второй. Они обычно способ второй вы бы увидели. Они... Если у вас способ второй начался, да, тогда мы же бы вы увидели. Вам. Я еще первый-то не могу найти. Слушай, резко, я предлагаю, кстати, первый. Начинать, наверное, второй способ использовать, потому да, что давай. Я первый сейчас уже тут это, я при смерти. Они вообще. Становились снеговиками при первом способе, и они давай. За это оплодили этих снеговиков и сейчас, расставляли. Сейчас, резко, подожди, сейчас. А, что-то они какой-то задумались, ладно, что-то погнали, замышляют. Давай, погнали. Так, способ 2. Способ 2. Вот. Способ новогодний. Короче, мы можем и в таком виде с тобой остаться, это будет даже прикольнее. Так, бери, короче, все, что справа, я все, что слева, и погнали. Это будет леска. Так, так, сейчас, ну-ка. Что они там берут такое? Беру слева готово. И справа что-то берут. Так, погоди, что у меня... Не знаю. О, все, пошло. Смотрите вы, смотрите в небо. Что? Он летит, смотрите да. в небо. Где? Летающий снеговик. Черт, да как его... Как коробка какая-то просто. Что это? Я заблудился. Леска, ты что не летаешь-то? Это как? Я еще не успела даже это сделать. А почему вы летаете так? Это новогодние фейерверки, в смысле, это наш второй способ, все можно. Я... А, вы на Эритрих летаете? А где он? Ну, фейерверки вместе с элитрами, я правильно понимаю вас? С какими-то селитрами летают? Да, именно так. Элиты. Что-то у меня тяга какая-то слитры слабая. Какие-то. Леска, иду, у тебя тяга, ты что-то элитры не можешь использовать. Элитры — это тяги вот эти вот на спине, которыми ты летаешь. Бархатные тяги помогают им летать, что ли? Да, бархатные тяги. Ой, тяжело. Слушай, как сегодня тяжело искать. Офигеть, слушай, я никогда так долго не искал, это очень странно вообще. Чё, я ни один хорошо. Подарок не нашел. Да, мы прям старались. Они такие, как бы, вот. Их я, правда, что-то перестал видеть хоть каких-то снеговиков. Да. Я провалился в колодец. Ладно, ничего страшного, я... Тут какой-то снеговик ходил до этого. Я думаю, где он? И оказывается, его след потерял. Его след простыл. Где они могли леска? Мне кажется, вот, как будто на улице, может быть, где-то спрятаны эти подарки. Ну вот он и был на улице, мне кажется, мы не прятались. Вот нашел! Ура, нашел леску. У нас есть второй листочек, отлично. Ну, где они все вообще? Я вообще не понимала, где они. Они как-то постоянно я прячутся. Я тоже, они прятались, раньше в снеговики попадались. Они еще так сливаются, главное, ну... Эй! Да что ты? Нуб. Нуб. Ты нуб. И про. Почему это? Нуба про. Про по нуб. Потому что ты нуб. Так, такие места интересные есть. А я про по нуб. Чего? Я профессиональный нуб. Или нубовый профессионал. Это так, резко, я нашел подарок нуба. Где-то в центральном какой доме. Какой не запомнил, какого вообще, цвета я он был. Понимаю. Вообще какие-то профессионалы. Там кто-то быстро летал. Вообще. Опа, от души. Этот, доброе это? Утро, Брок. О, резко, слушай, ты мельницу проверяла? Они, наверное... Да, высокая такая. Да. Где они вообще все? Я никого да, не могу. Проверяла. Там я пусто. Там на первом этаже. Там пусто, там пусто, вообще ничего нет. А-а-а! Так, на меня нубик выбежал. Нубик, я как оглохну сейчас. Слушай, Леска, ты жива, кстати, все это время, да? Нет, меня только что завалило. Леска, у нее руки в обе стороны, так торчат, она идет так. Слушай, мне... Слушайте... Что-то мелькает, походу... Никого поймать не могу, я просто хожу пешком. Что ты думаешь? Я не знаю, либо на улице очень много что спрятано. Я, кстати, тот подарок, о, наконец-то я нашла на улице, застрелил. Я догадалась, то, что это именно тот подарок, потому что как раз-таки мы только эти подарки спрятали. Ой, почему я это говорю? Ну, что-то в себя пальчик, конечно, ребята. Только нубик, да, не обманывайте. Я думала то, что они так знают, что мы на улице не будем прятать. А, вы на улице не прятали ничего? Да нет, мы прятали. Мы прятали, что ли? То, что да. я нашла, было на улице. Брок, я что там левый, дальше? Левым а, глазом. Все хорошо, левым. Сколько... А я думал, правым, все. У тебя один листик, да, резко? Иди сюда. Да, у меня один листик. Окей. Кубик, можно, пожалуйста, потише? Что? Сейчас уши вылетят. Да я же... Я не ой, громко нубис. Вообще-то разговариваю. Ну, Нубик, если бы было не громко, я бы тогда это... Я бы был... Нубик, вернее, я не один вообще... уже, кто это сказал. Женя уже летать не может уже. Так, ой, еще продолжаем, друзья. Леска, я как будто по тем же местам бегаю. Тут реально все пестрит и вообще непонятно, да. что где. Потому ну, что это ощущение. Очень сложная локация. Тут вообще очень много домов. Пять подарков нужно найти.
А мы только два. Да, мы нашли только два. Где? Ну, разогнались так вначале, а потом уже замедлились. Ну, кстати, как раз таки мы не вначале разогнались, мы разогнались уже чуть попозже. А, да? Ну, и то пока не разогнались, мне кажется, очень равномерно. Я вообще никого не могу найти, я там видел один раз Шэдди. Они же, главное, яркие такие. А вот давай сюда нажмем. Леска, я думаю, надо третий способ активировать, пойдем. Давай. Так, давай. Пошли. Я боюсь уже третьего способа. О, так, слушай, это будет... Я не знаю, это что, будет... нечего бояться, потому что невероятно. Они нашли только два подарка. Так, погоди. А я вот Леску где-то видел. А третий способ я даже боюсь представить. Я думаю, что сейчас будет круто. Ой, что-то полетело. Полетело? Смотри наверх. Куда ты, Леска? Я себе поставил. Смотри, куда? Так, подожди, ты, кстати, это у нас они, с тобой значит, одинаково. Они, значит, что-то ставят и сейчас будут прибираться. Я... Они, наверное, так, главное покрасить строят, потому что они так долго. Видишь, так. Да, они еще красят. И красят. А вдруг они на автомобилях каких-то будут? Ты же можно они красить, бороду красят, их, наверное, на Деда Мороза. Нормально. Они, значит, на автомобилях каких-то будут пробовать. Так, давай-ка я тоже сделаю. Леска, ладно, не знаю, как ты взлетишь так. Эй, ой, самолет полетел. А где вы? Самолеты! Это тяга тяжная, Любик. Я тоже хочу там полетать. А куда он? У меня не дотягивается. Не взлетел самолет? Шэдди. Да чё? Брок, смотри. У меня колонка сломалась. Чё у тебя случилось? Колонка. Ты поставь поближе, либо самолет перепаркуй. А я её хотела. Они уже запарковались? Куда ты на голову самолет повесила? Мы бежим к вам. Да. Вы приземлились, тогда работает. Мы идем к вам. Ой, спасибо. А где вы? А что работает-то? Никто не прилетел пока. А где они? У меня сейчас двигатель заводится. А пролетают Шэдди. Подожди, я в стену. Кто это? Это что? А, открыл. Шэдди. Ой, пупс летит какой-то или пупса. Я не знаю, кто там внутри. Шэдди или Леска. А куда делись? Леска берет разгон. Хеликоптер. А вы нифига, Леска. Я катапультировалась. А ты зачем вышла ты из самолета-то в полете? Я вылетела с него. Да, Леска, ничему не учат тебя. Ну, как ищи, там, где самолет, там и Леска, потому что она выплыла из самолета там. Подождите, а как я буду выглядеть? Стойте, у меня супер... Так, стойте, не убивайте тут меня. Так, сейчас тут будет мега-номер. Нубик, смотри, я сзади тебя, Нубик, сзади тебя. Смотри на меня, смотри на меня. Видишь, у меня где самолет? Я попробую взлететь с самолетом на голове. Давай. А, пози. Взлети, пожалуйста. Вот хочу... это... О-о-о! Улетел. Что происходит? Что? Это какая-то дичь тут. Это один обычный день. Ой, в нас кинули самолет. Я лечу над деревней. Смотрите. Смотрите на Леску. Леска, ты что, летать научилась, что ли? Да, Леска, да, действительно, кстати, летит. Летит человек, смотри, что ой, делается. Леска, так, ладно, надо искать на самом деле получше. Поймаю. У нас два из пяти только найдено. Давай я Леску и пытаюсь поймать. Правда, я тут застрял где-то непонятно где. А почему не ломается самолет, когда я в него стреляю? Что а чем ты его ломаешь-то? Пикирую! Чтобы Леска не смогла летать. Она там, Брок, иди в ту сторону, окружай так, а я так. Да я иду в ту сторону. А я так. А я так. Тру-пу-пу, тру-пу-пу. Ой, самолет. Делают вид, что невидимые. Трым-пу-пу. А что сделали мне? Леска, с высоты наблюдаю за подарками. Видно? Нет. А вы только три нашли? Два. Пипец, вы, конечно. Давайте подсказки какие-то, вообще непонятно. Вы куда-то спрятали? Я же говорю, только в зданиях, не на улице. Мы все здания обыскали уже, все здания обыскали. Вы уверены, что вы их не открыли случайно? А нет, сейчас пойду проверю. Леска, сейчас, иди куда сейчас. Брок сейчас с чего, идет. С чего? Нет, не иди, Брок! Иди! Сейчас. Нет, здесь Брок они уже забрали, здесь они взяли. Что такое? А, поняла. Так. Так, а так куда еще тут? В общем, ну, конечно, да. Где вы? Мы как бы ищем, вот как вам сказать так. Нет, здесь я все положила, слушайте, на месте все лежит. Слушайте, вы уверены, что только два подарка? Да, у меня только один листочек, у Лески один тоже. Странно, ну вы понимаете, что они могут быть в каких-нибудь контейнерах? Ну не только лежать просто на полу. Слушайте, а я не помню тоже, где я прятал. Я помню, у меня лежит все подарок, все на месте. Надо какой-то способ невидимки включать, и я не знаю, только у нас, по-моему, такого способа сегодня, к сожалению, нет.
сундучке, наверное. Нет, Леска, пойдем четвертый способ, тоже. Потому что нам нужно что-то пожестче. Да, у них какой-то четвертый. Вообще. А, четвертый уже способ. Ну, что там, годзилла, что ли, придет? Что там? Только Леска, нам надо. Вот эти штучки, в них, короче, завернуто кое-что. Это для нубасов. Сейчас нас будут стрелять. Для нубасов? Я поняла. А их ой, подарки? Опять летят, что ли? Дед Мороз летит. Подарки вам принес. Держите. Открывайте. Нубик, может, не нужно открывать? Какульки. Все, давай, наберешь. Нубик, наберешь. Это отвлечение внимания. Это я не буду такой. Никакой печенья внимания нет никакого. Отвлечение внимания, говорю. Отключение внимания. Нормально, я говорю, отвлечение. Нубик, ты не говоришь, ты кричишь очень сильно, и уши больно. Какое-то отвлечение от чего-то. Печенье какое-то. Это мой хриплый и простувший голос. Да-да. Простувший? А зачем тебе простувший голос? Ну, простух, ой. Протух уже? Простух. Простывший. Нубик, ты вот это своими простывшими уже заканчивай давай. Нет, Леска, не могу. Слушайте, ну смотрите, все здания вообще открыты. Ладно. Значит, в них были. Подсказка, проверьте синие здания. Нубик, во всех зданиях уже были. Я закрыл даже специально где. Так, Леска, слушай, я нашел листик и нашел пароленный сундук. О, ну это третий листик. Не, Нубик, я сейчас нахожусь в черном здании. Ну, верю, да. Все, я вот все закрыл и все нормально, то есть, чтобы вы могли точно распознать это здание. Так, что-то намудрили, сейчас попробуем найти. Мы ничего не мудрили, я не вообще честно, я думала, все сделал честно. Я думала, то, что вы найдете, потому что я прячу не особо. Я тоже думала, а не вместо того, чтобы летать? А мне кажется, вы же внутрь Брок в сундуке запихал, да? Да, я сказал. Брок, ты в сундук положил подарки? Угу. Да, так надо на землю класть, в смысле? Ты чё, мы ж подарки же сами являются коробочками. Ну вы вообще, ребята, я думаю, чё мы найти-то не можем. Это бро! Нубик, ну ты вообще. Ну это я только один подарок. Ну ты вообще. Брок, вытащи тогда и положи его нормально, чтобы мы его нашли. Ой, Снегурочка. Или уже не нашли, я не знаю. Снегурочка, можно взять ваш автограф, подождите. Не-не-не, я ушла. Так, здесь я уже 200 раз был. Ну вот, Нубик добрый такой, хороший, Снегурочку завалил. Я знаю. Так. Не будет праздника больше, да? Подожди, но это же только Брок спрятал, а нубовские это подарки. Смотри, мы нашли три. Все. Они все были снаружи, значит, Брок спрятал два подарка. Да, я спрятал, да, но я только один прятал в сундуке, второй у меня нормальный. И второй, и один мы нашли уже. Все нормально. Что? Ай, не ожидала. Никто не ожидал от меня такого, что ли? Да. Фух, стреляют, тяжело. Ну сейчас то, что Брок перепрятал, Леска, нам с тобой заново нужно проверять все здания. Не-не, я закрыл двери этого здания. Так а вдруг там нубасик забегал уже? Вот тут, Шейди, смотри, ай! Что тут? Вот в этом здании смотри. Что-то... Подожди, но это только... А, это только Леска, четвертый. А ты тут подарочки свои тоже положила, что ли? Да. Капец, мы теперь запутаемся, чьи подарки где. Они там все в одном месте, вот ладно. Там, где я положила. Здравствуйте. Оп-оп. Это Снегурочка, мне не надо трогать, отравление не сделали. Автограф. Нубик, ты вообще вот какая-то вонючая пятка. Да, а, тяжело, Леска, пойдем пятый способ. Два. Давай. Уже пятый способ, что ли? Что, способов-то бесконечно? Конечно, способ имба называется. Да? Да. Нет. У нас имба, нубам труба, все. Я готов. Давайте. Ну, нубам нога. Вот. Нога. Что нравится, то берите. Нубам, нубы. О, спасибо. Все, Леска, давай, чтобы нас не видно было. Нубик, они невидимости, что ли? Сейчас мы их все равно увидим. В невидимости, в которой не видно нас, так. А бывает невидимость, в которой видно? Тут бывает их. Видимая невидимость называется. Если невидимая невидимость, это видно будет или не видно? Это будет видно. А видимая невидимость. Так, Леска, что сколько это не видно. Здание удалось проверить? Два или три сейчас уже. А я думала, что они скажут, что Леска, сколько это уже будет у вас продолжаться? А что как открыть-то? А что они? Такое место классное, если бы тут было спрятано. Хо-хо-хо! Нубик, ты так, Леска, я проверил 3-4 здания, ничего нет.
Слушай, мне кажется, что-то мы... Проверьте желтое здание. Ну, Вик, мы проверяли вот уже все реально, которые можно только было. Возле синего желтое. Возле вот этого красного желтого, короче. Так. Желтое вроде возле синего. Капец, как тяжело искать, реально. Подойди. Подойдите, я вас не завалю. Сюда, что ли? Нет, не сюда, пошлите. А куда? Вот сюда. Вот я здесь... Слушайте, либо вы перепрятали, вот. Потому что здесь... Не, вот здесь и было. А почему он сбит? Кто тут сбит? Смотри, тут зеленый подарок, и он именно... Как сказать? Его не поставили на землю, он просто валялся как... А, это я так поставил, да? Ё-моё! Это не видно даже было. Я в этом здании был в самом начале игры, здесь было пусто, сюда точно никто ничего не клал. А, нет, здесь это потому, что я в ящик сложил. Подождите, ребят, но это же четвертый, подарок? Это уже остался пятый, да. А я не так помню, на самом деле. Нет, я прятал два, и одного, один вы мой забрали. Я его также кидал. Ой, я ну, у нас уж эти три, у меня один только получается. Да, нам еще одного листочка, одного, да, листочка не хватает. Да, вот здесь я второй, вот здесь я первый прятал, здесь вот, да, вот все забрали. Так. Тяжело, ну, тяжело. Что-то сегодня вообще хитрый. Да я, мне, так, мне кажется, что я все время в одном и том же месте бегаю. То есть я... Так, мы вам помогли, все, надо уже все. Подождите, я не помню, где подарок. Улетел. Куда-то убежал. Убежал куда-то. Дед Мороз от меня убежал и подарков не принес. Это ты, что ли, нубик? Так... Дед Мороз, иди сюда, я тебя найду. В каком здании последний подарок? Не надо. Ой, нубик. С двух сторон. Да, Леске не повезло. Я в каком здании месте последний подарок? А вот это я не знаю, я это не помню, мой подарок. Это я прятал, но я не помню. Теперь будем все сейчас искать подарок. Нубик, давай. Давай искать, где, куда ты спрятал. Это реально тяжело. Я тоже ищу. Слушайте, я, по-моему, не был. Всем надоело уже. Я нашел место, где еще двери не открывались, прикиньте, но тут нет ничего. Нубик, ты, мне кажется, куда-то вообще... А ты точно сложил все подарки? Ты не припрятал куда-нибудь у себя? Нет, зачем? Так нельзя по правилам. Да. Так, я тоже... Тут ничего нет. Тут ничего нет. Я не знаю. Тут я розовое здание тоже тысячу раз вот это проверял в центре уже. Нубик, давай найдем наконец уже эти подарки. Как будто его случайно сломали, и он исчез. Не думаю, не-не. Что? Не, ну это бы кто-то реально запомнил. Давайте тогда все искать, что сказать. Окей, ладно, сегодня мы бейсики победили, они спрятали круто. Вот, но интересно, где последняя коробка лежит. Так, сейчас попробуем. Будем искать, нубики так спрятали, что даже сами не могут найти. Я вас не помню. Так и давай искать, нубик. А ты не прятал, да, в шкафу? Ты сами не знаете, где спрятали, ну просто положил, да? Да. То есть никак я? Да. Интересно. Тогда... А, я пароль. Я сундучок с паролем зато нашел. Так, ребята, вы вообще даете. Вот это здание с костюмами, но я его тоже проверял. Тут особо, ну, сразу видно, если что ли, где бы лежит. Ага. Такой, мне кажется... Нубик, по-моему, не в здании нифига. Мне кажется, на улице где-то подарочек последний. В здании, только я запомнил... Так, а как можно не запомнить, в каком здании? Я тётка... Потому что тут цвета повторяются здания, я не помню всех. Это какие-то просто... Лес, какой у тебя... Это цифры какие на листочках? 4. У меня 5, 3, 2. То есть у нас 5, 4, 3, 2. Ну все, почти открыли. 1, значит. Или 2. А, нет, 2. Пошли, Леска, сундук открывать. 3, я знаю, какая последняя цифра, скорее всего. 1, 1. Давай сейчас приду. Опа. Так, Нубик, а ты куда спрятал-то? Что-то я тоже не могу найти ничего. Я чё, Леска, Шеди, ты где? Я не знаю. А я не знаю, где тут. Налево! Ой, налево! Ой, тяжело, тяжело. Мне тоже. Нубик, тебе что тяжело? Ты не помнишь, куда прячешь вещи. Нубик, вообще какой-то склероз. Все, открыли. Вот один, правильно. Пойдемте. Что там было? Там было вот это. Нечто невероятное. А что там было-то? А, ёлочка! О, май гад!
не зря искали. Мага! И нубик гранату кидает, офигенно. Или кто гранату кидает? Брок. Слушай, но все-таки это осталось. Это фейерверк. Вот этот подарочек, все. Ну а где последний подарок, вообще непонятно, потому что мне все время казалось, что я все время захожу в одни и те же здания. Я запомнить даже не мог, где я был. Да, есть такое дело. Так что мы сегодня будем на этом заканчивать, друзья. На связи был Шедимен. Всем удачи, хорошего настроения. Не болейте, увидимся, услышимся в следующем видеоролике. И всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока. Всем счастливо.